Ребяточки, всем здрасте. О, все, накатались, мы нагулялись, наигрались, устали. Я дык-дык-дык-дык-дык после экскурсии всех в Египте. Устали. Сейчас вот пришли, немножечко сполоснулись. Цивилизованно пойдем обедать. Да, цивилизованно, переоделись, умылись немножко. Вот, мыться будем уже после. Уже мы очень сильно голодненькие, потому что, честно, я там вообще ничего не ела. Практически одну вот эту колбаску чуть-чуть поклевала. Ну, а вам спорол две порции. Не спорол, я не... Я так поклевал немножко. Поклевал, да, 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 да. В общем, я голодная. Сейчас идем кушать. Смотрим, что у нас сегодня почивать будут. Ой, господи. Устала я. Глотать что пыль. Что там за мясо? Давай сейчас наберем здесь. Потом уже там. Хотя, наверное, пойдем там сначала сходим. Здесь ты не убежишь никуда. О, говяжий. Эминш. Короче, пойдем туда. Пойдем туда. Ну-ка, мне тоже говяжечку чуть-чуть. Давай. Спасибо. Ну, ты как всегда щедр. Так, что у нас здесь еще? У нас здесь тажин из морепродуктов. О, продукты. Какая-то фигня с морепродуктами. Попробуем. Что это такое? О, вот это да. Вот это, кстати, прям лещич. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, ничего, вообще. Ух ты, ух ты. Ну-ка, и мне. Пожалуйста, будьте любезны. Не скупитесь. Зажаристи, пожирнее, да погуще. И чесночка. Вон та, которая с чесноком. Вон, вон, вон. Да, да, да. Все, спасибо. Хватит. О, красота. Ну, это что у нас здесь? Баклажан. 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 Ага. Я не хочу. Не, не хочу. Да, наверное. Картофельный таген какой-то. Не знаю, что это такое. А еще такое рыба на гриле. О, рыба, кстати, тоже вкусная. Все. Все, у меня уже слюни текут, вообще прям не могу. Рыба на гриле. Рыба, кстати, вкусная. Возьми рыбу, попробуй. Да. Рыба на гриле. У нас сегодня ветер сильный. Прям вообще. У нас здесь сегодня... О, куры гриль. Фига себе. Фига себе, какие красивые. Какие красивые жарят. Бургеры. Привет. Бургер говядина. Все, курица. Курица. О, картошечка. И что-то еще. В общем, пицца еще, вам сказал. Пицца. Нельзя не соблазниться. Ну все, ребята, как всегда, полный стол еды. Очень сильно голодная. Хочу выпить за несбытие мечт. Вот, всего набрали, потому что, честно, голодная, как всегда. Пивка и сок. Так, я взяла, как всегда, себе суп. Вот, очень сильно голодная. Какой-то томатный суп, я в него еще кукурузки накидала. Сделала себе микс. Да-да, они там сейчас жарятся бургеры, жарятся куры-гриль, прям так дык-дык-дык-дык-дык. Вот, и что еще? Пицца. Прям под носами. Какие-то равиоли, мне прям интересно попробовать, пока горяченькие. Ну, так тебе. Так тебе, да? Да. Ну, какая-то равиоли. Тут, по-моему, обычное тесто. Да. И ничего там в нем нету. Я так вот думала, в равиоле там должно быть что-то внутри. А здесь как-то ничего нету. Не, равиоли это тесто. Мы голодные, писец. Я раньше думал, что это такой вид пельменей. Оказалось, что это, ну да, ну да. Это вид теста. Да? Да. Кайф. Сейчас пойдем. Будем мыться. Устали. Долгая дорога туда-обратно. У нас дальний район. Ну что, я на обратном пути. Стихнули. Да. Я на обратном пути вообще спала. Угу. Вот так вот. Падала там. Падала? Да, на немцев. Да? Бывает. Обожаю суп. Конечно, вот ту бурду, которая... Сам, представляешь, какой шок у немцев. Я его победила, как 45.
общем, все хорошо. Съездили. Ну, конечно, что хочу сказать. Экскурсия очень испортилась, вот честно. Реально, раньше было намного лучше. Сейчас, как говорится, уже не то. А что, быстрее. Скоро мы тогда на этих квадроциклах прям до деревни Бедуинов полтора часа в один конец, полтора часа в другой конец. А тут читает на этом автобусе. Все. А сейчас как-то, ну, так себе. Питание вообще писец. Я говорю, тогда я прям помнила, знаете, очень вкусные были вот эти вот, как их, люля-кебабчики. Здесь вообще говно какое-то. В общем, короче, сильно все испортилось. Бедуины стали плохо жить тоже. Ну да. Лепешки все те же. Лепешки те же, подделок нету. Да, раньше, кстати, поделки были, какой-то чай продавали, какие-то сборы трав там туда-сюда. Я помню, даже у меня где-то оставалось. Вот, а сейчас, видите, все, к сожалению, превратилось вот в это. Так, о, наше мясо. То, что вы видите. Ну да. Так, ну приступим. Что бы я хочу? Попробовать пиццу. Ты попробовал пиццу? Вкусная, да? Да. О, горячий пока. А прежде, знаешь, мне прям это горячее, там прям поднос принесли, я прям сфоткала. Что, там все растащили-то? Пока да. Кстати, хорошая пицца. Быстро, однако. Да, давай. Там еще пол пиццы оставалось. О. Не, в принципе, знаете, нормальная экскурсия, правда, что-то как-то устала. Но это трясло сильно. Но в целом хорошо. Сейчас руки помыли. Умылись. Песок весь. Арафатки реально спасают. Так что не скупите, берите. Ну, конечно, не по $10. Ну да. И вон, ребята, они взяли вообще по доллару. Она такая же, большая, там чуть-чуть потоньше. Но у них, видишь, отель «Фараон» называется. Да. Причем у них этот... У них напротив. У них... Базар. Справа, мол, базар. Вот, там, конечно... напротив, базар. И справа, базар. Район Сахаль-Хашиш, конечно, очень хороший, но... Здесь, в принципе, некуда сходить вечером. Променад этот. Это проекция. Прикольный какой-то. Есть какие-то морепродукты. Креветки. Там, короче, как знаешь, как в соусе бешамель. Да. Запеченные. Ой, мягкие такие. Кальмарчик есть. Да, попробуй. Не хочу. Хочешь? Зря. Кальмары, креветки. Нормально. Я только в свежем виде ем. Из Таиланда. В общем, я все поснимала, кучу сделала фоток в Инстаграм. Можете посмотреть. Ссылка, как всегда, в описании. Вот, ну, красиво, конечно. Бедные верблюды. Так мне жалко было. Они такие тощие. Они такие тощие. Они так их встают, они их бьют. Понимаете, они там ворчат. Ворчат. Да-да-да. Вообще, нет, их не стала мучать. Так что можете поставить мне лайк, потому что я не стала мучить. Мучил их только Вован. Че, Вован-то их мучил? Так что ему дизлайк можешь поставить. Это ты заставила. Не, ну там еще крупнее мужик садился тебе. Я еще легкий. Там даже мужик еще крупнее, чем я садился. Так что нормально. Я выбрал самого здорового. И он не ворчал, когда я меня садился. А вот когда мужик сел, он, блин, ворчал. Какие ощущения? Каких? Едешь и едешь. Да, наверное, вот так вот едешь, да? Да.
даже не упал. Молодец. Когда он слился. Жалко, что не упал, был бы классный контент. Я так сильно тебя люблю, что так готовы пожертвовать. Ну, в целом, говорю, экскурсия прикольная, но раньше она была лучше. Мы тоже с ребятами поговорили, они, говорят, ездили в Каир. Вот. Говорят, Каир уже ужас. На пирамидах куча народу. Куча там каких-то этих... Как он? Везде грязь. Да, везде грязь, везде. Как какая-то пирамида, грубо говоря, срут. Открыт только одна, по-моему, литовская сказка. Самая большая, которая... Кормили, знаешь, это, типа вот в таком же месте, где вот и нас. Все можно, да? Да, хотя они говорили с каким, ну, тоже туристами. Вот раньше ездили в Каир, и там было это, кормили, так вот, с видом на пирамиды. Да, а ресторан. Тут, да, а тут, знаешь, это как-то по-помжатски. Типа, ну, вот так вот. Даже все меняется, имейте в виду. Я же говорю, дуины обещали. Не, ну а что ты хочешь за $20? Пандемия и прочее. Ну да. И 7 лет не было никого. Хотя цены на экскурсии не поменялись. О, да. Качество экскурсии поменялось. Я, кстати, думаю, что от турагентства то же самое было. Только за 45. Да. Это реально. А раньше все нету. Еще пытались, что до этого по магазинам. Да. Огромный плюс вот это, то, что не возят по магазинам. Хотя, подожди, они ездили от того, что агентство в Каир завозили в эти магазины. Ну, я знаю. Это в Каир. Но. Я имею в виду именно на это. Он же сказал, что забирать 11.30, а привозят в 20. Ну, считай, если бы мы остались обед на... Обед и ужин пролетает. Ну, а обед-то вот такой был, да? Ну, это не стало рисковать, потому что у меня, знаете, очень такой капризный животик. Я потом сгибалась, да? Лучше в отеле. Потерпеть. Как раз разгрузочный день был. Мне потрясло. А знаете, ехал на этом квадроцикле. Меня трясет, девочка. У меня на жопе, как, извините меня, как это, вибромашинка. Бла-бла-бла-бла. Я прям чувствую, как у меня тряслась, как здесь складочка. На баге такого не было, да? Не, баг тоже нормально приходил. Ты молодец, проехался. Все хорошо. Не, вон молодец. В этот раз без аварии. Влюбился в эту арафатку? Ни одна собака не пострадала. Ни один верблюд. Не, я бы могла, конечно, ради контента, ради там этих хайпа слазить на это верблюда, но я не стала. Тогда я его... Только она его увидела. Да вы точно есть. Бедный. Да. Я помню. Там. Да, орёт, да. Они какие-то молодые, я тебе говорю. Мы в прошлый раз были, там были такие серьезные верблюды. И матерые, да? Да. Лохматые. Да. В прошлый раз был еще, знаешь, катали на осликах. И что там, что там? В этот раз, конечно, жопа. Короче, те, кто не был, можно съесть, но, говорю, было лучше. Жалко. Жалко, что все меняется. Пообщаюсь там с туристами, с ребятами. Там тоже девушка инстаграмщица. Вот. Как я поняла, потому что они отсоединились и фотки делали. В горах эти. Красивые какие-то. У меня там много фоток. Причем делали они
как я понял, на ее 6-й iPhone. Нет, это не iPhone 6. Это iPhone. Нет, там какой-то другой. Это iPhone. Ну, было, было. 6-й iPhone, маленький. Старый, длинный. Она как раз сидел в фотке. Вот тоже люди набирают много. Снимаю одни такие. Тоже с экскурсии там. Да, что-то они прям погнали нас. Нас, да. Если все это скушают. Тут нашли дверы, а нас на двоих. Ну, покажи людям, ну, сколько люди едят. А вы говорите, что мы много едим? Да. Тоже целый стол, причем полная тарелка. Что не мы одни так питаемся. Ты там пишешь, что мы все тут подъедаем. Значит так. Да. Между прочим, а там мой взрослый сын, двое детей. Вот это все сидят. Ой, да тут следить, кто сколько ест, это вообще последнее дело. Да-да-да. А знаешь, как куском хлеба попрекать? Да. Как мать у тебя говорит, что ешь, пока естся, ешь, да, пока рот свеж. Бабушка так же говорила. Помнишь? Это другая бабушка говорила. Вон сейчас мама вроде бы хотела бы все съесть, а не может. Так что, если здоровье позволяет, если это никак не вредит вашему состоянию, то ешьте, пожалуйста, попадите. Никого не слушайте. Ну, как все становишься, ой, мне этой еды на неделю, на четверых человек. Как спать? Прям как птичка ест. Ну. Да тем более, знаете, когда полных иллюзий, ты приезжаешь, ты берешь больше. Два маленьких пацана до 5 лет. И так мама с папой. Они еще две тарелки принесли. Принесли хлеба, эту тарелку принесли сыр. И пошли, это сейчас как вот, за платом. Еще мама принесла две. Не, ну в Турции мы были, у них же тоже принято полный стол еды. Да. Там же не обязательно все доедать. Главное, чтобы все было. Главное, чтобы было, да. Все, что надо. Да. Все, что хочется. Помнят эти завтраки. Там же нету цели это все съесть, ты понимаешь? Да. Нету. Ну, так. И между турецкий завтрак. Да. Там много вообще наставлено. Там просто огромный стол. Ну да. Там подносит, подносит, подносит. Что, типа ножки? Там так красиво куры, куры это, крутятся. Раз, раз, раз. Что такое? Я тебе твою сластяшку взяла. А что пиво не пьешь? Ну, почему не пью? Ой, хорошо. Да, точно, да. Вообще круто. Ты сейчас здесь, поэтому сейчас сидят? Да. Я прям это. Давай посидим, подождем. Поглядим, да? У нас даже половины этого не было. Еще мама ушла за котлетками. Да? Да. Не знаю. Даже дети на столе сидят. Каждый ест меры своей возможности. Я, например, больше не могу и не хочу. Субтитры сделал DimaTorzok.
бесплатная. Хочу. Столик маленький. Там маленький столик. Им бы два таких поставили. Ну да. Они бы заставили два его. А ты спрашиваешь, почему они едут? Иди сюда. Не, я только есть не могу. Ну бы они приехали в Таиланд, наставили бы вот это, потом бы не доели это все. Не, ну ты вспомни, в Таиланде тоже, знаешь, там семьи тайские приходят, они вот это все вот ставят. Тоже у них там все столы заставлены. Но они все это съедают. Нет. Там они вставляют это овощами, зеленью, и потом мама начинает варить суп. Да. Вот прям в этой фигне, да? Да. И вот это все уходит в суп. Ну, большая часть. Да. Ну да. Потому что они не больно много едят. Они едят столько, сколько это могут съесть. Они с ними не принято оставлять стол с чем-то. Ну, мы стараемся брать ровно столько, сколько, в принципе, можно съесть. И то я как бы периодически, меня жадность обрывает. Я хватаю больше, чем мне требуется. Потом вставляю. Я прям любил вот такой десерт у них такой. Типа сметаны сладкие. Чего? Ты еще сладости взял. Все, мне хочу. Тоже нравится. Классно, да? Ну да. Я уже уронил его. Сори. Ловкость рук и никакого мастерства. У меня выспится. Когда выспится? А мне спать нечему. Все. Я больше не буду. Я больше не могу. Точнее, в принципе, если пытаться, я бы, может быть, запихала бы себе, но я не буду. Ну, что говорится, здесь понимаю. Я, знаешь, это вот реально стимулирует. Когда ты видишь, что кто-то переедает, ты думаешь о себе, что ты не хочешь. Тем более я хочу еще сладости поесть. Так. Типа украинская ночь, не сало, надо перепрятать. Перепрятать, да. Так, что, будешь пробовать? Тебя оставить? Что? Это нет. Сладости. Вот это мне показалось вообще какой-то, как этот, птичье молоко. Да. С кокосом. С кокосом я люблю. С кокосом это вкусно. Это маршмеллоу. Это не маршмеллоу. А что это? Это безе. Безе? А мне безе. А тебе маршмеллоу. Она... Безе зажало, да? Да, я уже ела. Мне интересно, вот это что такое? Шоколадный шоколад. Приятный. Вот это вкусное. Реально пирожное на картошку похоже. Вкусно. Это оно и есть. Да. А вот это какая-то, видишь, это? Белым шоколадом полит. Да. Вкусно. В общем, я кайфую, я наелась, я успокоилась. То, что я хотела сделать в Египте, я сделала. Это здорово. То, что честно,
я очень хотела. У меня была мечта. Давай его. На то, что мечта моя сбылась. То, что я проехала по пустыне на квадроцикле с любимым мужем. Мне на это потребовалось 7 лет. Причем, знаете, реализацию мужа я сделала первую пятилетку. А вот, извините меня, в Египет было попасть проблема. Так что давай. Затащить его туда. Да. Были попытки заб тащить, но он заб не тащил в Таиланд. Да. Ладно, мои хорошие, будем заканчивать. Вот еще посидим маленько. Всем приятного аппетита. Обязательно приглашайте в Египет. Здесь очень классно. Вот, мы сейчас пойдем отдыхать, мыться. Потому что мы такие все грязненькие, пыльненькие. Еще надо помыться. Увидимся с вами в следующих выпусках уже завтра. Всем спасибо, всем пока. Пока-п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 ока-